Всем привет, друзья! Берегись. Это канал. Мистер Джек, это я, доктор Райт. Outcast Games, продолжаем с вами контракт Джек. Проходить, короче, что-то они на меня сразу тут налетели. Чё ты там ползаешь? Это не такие дебилы. Просто ужас. Эй, куда ты, блядь, побежал? Даун. Короче, ладно. Какие пушки? Вот эти? Нам какие-то пушки нужно уничтожить. Как их уничтожить? Бам, стреляй. Ой. А что ты зеленый стал? Он, кстати, не сдох. Вопси. А у меня есть снайперка? Так, а в смысле уничтожить их? Это как вообще? Поднять. Поднять. И чё? А как выстрелить? А-а-а! Освободите меня! Окей, а то есть одну я нашел, да? Нужно искать пушки и нужно их выносить, потому что чуваки. Да подождите, пацаны. На. Умри! Давай! Умираю уже. На свободу. Подожди, свобода ты. Кто шмаляет? Что ли? А где ядро? Не вижу пока. Подожди, а где ядро-то? Ядра не. Во. Да, довольно прикольная миссия. Кстати. Так, еще одну. А, подожди. Опа. Мне не нужно. Да подожди, ядро надо найти. Долбоёбы. Так, ядро где-то должно быть здесь. Не вижу. Ядро? А где ядро? Последнее. Вижу только пластырь. Можно заправить пластырем? Тоже грозное оружие. Опа. Да, блядь, ты охуел. Блядь, ты ёб твою мать, ты мог не выходить, блядь, подождать меня секунду. Ядро-то тяжелое. Так-то. Ща как ебану, чувак. Уходи оттуда. У-у-у! Хорош. Кто там на меня? Че, никто? Здесь опасно. А ты где вообще? Сам напросился. Что такое? Этого психа, иначе нам отсюда не выбраться. Думаешь, ты самый крутой? Давай, докажи. Доказываю, ай. В чем проблема-то? Смотри, как всех мочу. Че, я не крутой, что ли? Не понял. Кто там такой красавчик с ракетницей хуярит? А, там главарь какой-то, что ли? А ну-ка, подожди. Смотри, у него эта полоска жизни даже есть. Ха-ха! Чё, свалил, что ли? Стреляйте! Хе. Во, смотри, что у меня есть. Так, ладненько. А чё за... как... ага. А что так слабо бьет? Так, он по окнам лазит, окей.
Ага. Что-то пушка слабо бьет. Так, а подожди, мне бы броньку где-то подрезать или патроны, я не знаю. Но я так понимаю, все равно его по-большому не получится бить, его по чуть-чуть нужно бить. Получил, ха-ха. Это я не подниму. Так, давай, где ты там? Граната! Граната! А вы откуда, пацаны? Сука, уёбки, блядь. Стой, тварь. Зашли сзади такие, значит, красавцы, блядь. Охуели. Попал, что ли? Так, похудели они, похудели. А там чё? Пошёл ты! А, она будет восстанавливаться, что ли? Сука. Какие я эти боеприпасы не могу брать? Вот теперь ты блин. Ты влип. Почему они такие дебилы? А я не могу его отсюда подстрелить? Могу. Долбоёб. Умом он, конечно, не отличается, этот чувак. В голову получает снайперки, вылазит в том же окне, где и вылазил. Придурок. Все, до свиданьки. Бронька не восстановилась. Ай, опять разыскать доктора этого дебила. Опа, кто-то побежал. Кто там такой? Так, что тут патронов мало, тут патронов вообще нету. Ну давай перезаряжу, на всякий случай, вдруг придется переключаться быстро. Так, что там у нас по тройке? Ну тут нормально. Так, броньку взял, патроны взял. Так, давайте только без синхрона, пацаны. Так, возьму, короче, я ваши патроны. Это мне пригодится. Мне бы еще припасов где-нибудь набрать. Там сверху еще... О, а тут внутрь можно зайти, что ли? Подожди. Какая-то зажигательная. Тут еще бронька, да? Но мне она уже не нужна. Это не надо. Это не надо. Это не влазит. Как так-то? Ой, снайперку нашел, да? Ладно, а там как-то чувак кто-то где-то орал. Это он где? А кто тут убегал? Харидж. Здравствуйте. Я вас нашел. Парень, ты труп. Как-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь я до тебя доберусь, будь уверен. Можешь писать завещание. Да-да-да. Уже начинаю, прям в лодке. Я в восхищении. Вы прекрасно справились с заданием. К сожалению, мы временно прекратили набор штатных сотрудников. И? Мне действительно жаль, что так получилось, мистер Джек. Но в наши дни лучше перестраховываться. Так, Джек, это я? Да ладно, меня пристрелили, что ли? Приношу свои извинения, доктор. Что вы, все в порядке, это бизнес. Ваш деловой подход мне определенно нравится. Да, пребывание на Луне заставило меня немного пересмотреть свои моральные принципы. Это что, все конец, что ли? Может, стоит включить полеты на Луну в программу подготовки новобранцев? Не уверен, что это окупится. Я бы скорее рекомендовал подводные пещеры на островах Фиджи. Там водятся акулы-людоеды. Они прекрасно подходят для тренировок.
А уж для инструкторов условия проживания там значительно лучше, чем на Луне. Интересная мысль. Это наша новая база? Да, мы закончили строительство прошлой весной. Потоки лавы просто великолепны. Вся лава искусственная. Да что вы? Пойдемте, я покажу вам новое оборудование. Вам наверняка понравится устройство для проведения допросов. Мы называем его «Потрошитель». Очень интересно. Кстати, я тоже могу похвастаться парой свежих идей. На Луне я разработал одно интересное приспособление. Оно называется... Не поверите, дрессировщик. Звучит очень интригующе. Я скоро представлю вам чертежи. Мне уже не терпится узнать все подробности. Это ваши лыжи? Да, мои. Я лечу в Альпы на следующей неделе. Никогда не катался на лыжах. Попробуйте как-нибудь. А это не опасно? Нет, ни капельки. Это что, конец, что ли? Не, не конец. Все равно, гады, я не собирался на вас работать. Тебе что, не хедшот прилетел? Лыжи. Никогда не катался на лыжах. А это не опасно? Не, ни капельки. Я не понял, это конец или что? Так. Да серьезно? А чё такая короткая-то? Вы чё? Блин, а чё она такая короткая? Вы чего? У меня даже на сколько там, 12 серий или 13 получилось? Какого хрена? А чё она такая коротенькая-то, блядь? Я только разыгрался, скажем так, в неё. Там всякие приколюхи, там всех стреляешь, на Луну летаешь, все нормально, блин. И тут херак она заканчивается на ровном месте. Чё за фигня? Блин, это не пойдёт. Да ты серьезно сейчас, алло, Джек? Ой, ребятки, короче, беда, закончили мы с вами резко, вот так взяли игру, представляешь? Я просто тоже в ахере немножко сейчас сижу. А чё она такая короткая-то? Игрушка прикольная, игрушка классная, мне понравилась, очень даже класс. Тут и, как сказать, стрельба нормально сделана, но минус в том, что они идут волнами, противники, не так, что как-то логично, да? И немножко они там телепортируются, быстро бегают, все нормально, метко, но чё она такая короткая-то? Что, нельзя было что-то еще придумать? И где эта Арчер-то это, или кто там, блин, вот эта бабёха, которую-то, я думал, она тут будет, или это не полная версия, не пойму вообще. Короче, ну не понял, ну, блин, такое, я в шоке. В натуре конец. Я в восхищении. Да, в натуре, ребятки, конец. Короче, ну все тогда, я не знаю, про игрушку я немножко сказал. Игрушка мне понравилась, очень довольно-таки прикольная. Но король, очень коротенькая. Вот это тоже минус в том, что она короткая. А игра классная. Для какой там, 2003 год, кажется, да, это? Я уже не помню, какой год, если честно. Ну, кажется, 2003, мне так кажется. А там дальше не знаю. В общем, вот такая игрушка под названием «Контракт Джек». Прошли мы на снегоходе, покатались, на мопеде покатались. На лыжах только не покатались, не дали нам покататься на лыжах. Постреляли с патронами здесь вот это. Хорошо, что здесь с патронами вообще проблем нету. Нету проблем с аптечками, нету проблем с брониками. То есть все нормально, просто бежишь, стреляешь и все окей. Ну а так-то... Жаль, конечно, что очень короткая реально, ну ладно. Так такая, ничего страшного. Начнем что-нибудь другое. Вообще все, ребятушки, тогда всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео, комментируйте. И до встречи в следующей игрушечке, которая у нас там будет по списку. Не знаю, что там будет, сейчас буду смотреть. В общем, все, ребятушки, всем пока.